Ленинский районный суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении судьи Верховного суда Чувашской республики для проведения повторной экспертизы. По версии следствия, вечером 6 декабря 2011 года находившийся за рулем автомобиля Емельянов не учел метеорологические условия и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. От полученных травм она погибла на месте ДТП. По уголовному делу был проведен ряд судебных экспертиз. Именно их качество и выводы не устроили суд. Кроме того, экспертам, по мнению Фемиды, допущено нарушение правил и методики проведения подобного рода проверок. В этой связи суд назначил по делу повторную автотехническую экспертизу, производство которой поручено другому учреждению. Некоторые юристы в такой ситуации отмечают, что дело вообще может быть прекращено.